перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. А можно еще чайку это? А вот того еще добавить чуть-чутка. Так что нового заварить? Да можно, да. Спасибо. Ну че вы там, пацаны? Все дурите? В честь деда. Дед мой великий человек, великий философ. Смотрите. Смотрите, педики. И не только педики. Ну тут просто это пленка. Тускин. Короче, не дури, здесь написано. Пленку сниму, нормально заживет. Не дури. Кто набьет, не дури. За деда, парня. А вы все голову. Дед в инсте есть. Сейчас я дам комментарии, вот сейчас напишу. Тату за деда. Блять, как там это? Не дури технику Паша, ёпта. Сейчас мы по Васильствуем, братишка. Давай-ка залетай-ка сюда к нам в эфирчик, ёпта. Старичок, вот она, ёпта. Вот она пошла. Вот она пошла. Ну как ты там, родимый мой? Пропал опять. Братан! Я хочу славы, сказала Карина. Я расстроен. Я просто хочу Вячеслава. Почему я хочу славы, скажи мне? Дед, телефон. Сейчас опять там у Павла там это. Ща, братан, давай переподключимся. А, все, ловит или не ловит? Ну, черный кран. А, ну все, у тебя черный кран сейчас нормально? Странно. А сейчас нормально? Подключи, еще разок подключи. Давай еще раз, да, давай. Ну, Влад Мармеладов следующий на очереди. Братан, сейчас пашком потрясим, и ты с тобой сразу же тоже влетим. Пошло дело, Hillbilly Gang, парни, ёпта. Still Dead, Velial Squad. Заходим ко мне в History, смотрим клип, пишем комментарии, ставим лайки. За дизлайк вас дьявол в жопу выебет. Также смотрим God, Pix, также подписываемся на Фуксию, пишем комментарии всем нам, всему нашему Hillbilly Gang. Не будьте пидорами, слушайте нормальную музыку, не будьте гандонами, не слушайте всяких, ёпта, слюнтяев, мы американцы. Мы американизируем вас, русню. Интигам с нами тоже, кстати. Ща, бро, подожди, там подключу тебя. А во, пошел контейнер. Нихуя себе. Гантели альбом, Кровосток, помнишь такой? Ух, вот этот коньячок, мне кажется, сейчас влетит. Че делаешь, бро? Да вот с Интигамом сидим. Интигам, привет. Да. Братан, тебе привет. Тебе тоже, кстати, салам, что ли? Ну все, кайфую, кайфец, кайфец. Пельменный такой салам. Пигмент на коже. Хуёвый, да, зеленого цвета. Velial Squad и с моим дедом. Что еще раз? С Velial Squad с моим дедом сидим, чай пьем с коньяком. Ты с Velial Squad? Да, братан, мы американцы объединяемся. Вы нас тут давите. Ну вам пизда, ребят. Тоби пизда тогда, бро. Братан, ну не надо, давай по-доброму. Мы мирные люди. То, что ты съел 0,3 там пилюлю, ёпта, не значит. 5. Ну я и говорю, не надо. Не, я добрый парень. Мне как бы вообще. Я, братан, не. Во-первых, я тебе скажу. Три правила. Чего я ненавижу в этом мире.
Первое – это война, насилие, изнасилование, убийство. Я против войны. Я против русского рэпа. Это два. Третье – я против. Лев против, ёпта. В натуре. Я против льва против, потому что он пидор гнойный. Бородатый гондон, ёпта. Не, зря так. Он на самом деле просто мудак. Ну, страшного. Это то же самое. Это близко. Дедуль. Павлик, хочешь тебе привет передать? Кто? Павлик. Добрый вечер. Добрый вечер. Как ваш? Как нормально, ваш, спасибо. Нормально? Как ваши дела? А я вот сейчас чайный гриб буду делать. А? Чайный гриб будет делать. Чайный гриб будет делать. А, чайный гриб? Да. А. Ну, я чайный гриб не делаю. Очень зря, кстати. Дед мексиканский грибы делает. Да. У деда молочный, вон, это мексиканский молочный гриб. Но там он говорит, от него потом полчаса надо. Я помню, дедусь, скажу, да. Че, братан, когда увидимся, слушай, бро, мне нужно с тобой встретиться сейчас в маске на днях и отфоткать тебя в маске и в этом, ну, типа, Ксанакс и в балахончике. Ну, просто Карина меня за сердце задела, она сказала, что я хочу славы, и я с тобой общаюсь только из-за славы. Как бы, блядь, да мне это очень задело. Сердце прям болит, братан, сердце болит. Знаешь что, контракт! У нас контракт! Никакой рекламы! Никакой, почему-то! Что ты, пидорас, у тебя деньги. Братан, я заплачу, я же богатый, ты же знаешь. Я же богатый. Тебе я готов отдать все. Хату на тебя перепишу, только пост сделай с моей толстовкой в историю. Карине подарю еще 3 пары штанов. Надеюсь, тогда она мне не будет говорить, что я гондон. В моих же штанах стоя. Но она не будет так. Да она говорила тебе, знаешь почему? Потому что она хотела поприкалываться. А, я тоже поприкалывался. Я сказал, что она жена рэпера. Ну а что, не так, что ли? Да она же жена рэпера. Жена. Не, ну, все, а что обидного? Не рэпера. Ну и хорошо, это комика. Не гомика же. Правильно? Ну и все. Вы там что, молока напили? А мы тут, братан, у нас тут еще и молоко, и как бы и все, что надо. Вы, кстати, меня спрашивают, когда я буду с Пашей делать саундтрек. Когда ты будешь клип делать с Пашком? С дедом. Меня часто тоже спрашивают, когда с дедом. Что ли, а? Скажи. Может быть, сделаем клип? Клип. Паш, хочешь клип, и тебя позвать, то актера. А, хорошо. Ну, что еще сказать? Не знаю, скажи ему. Хиллбилли Гэнг. Это деревенская банда, значит. Ну, типа, у нас объединение, деревенская банда. Хиллбилли Гэнг. Типа, ну, мы все с окраин. Скажи. Ну, ладно. Скажи вот так, Хиллбилли Гэнг. Хиллбилли Гэнг. Ну, я так сказал. Нет, давай еще раз. Хиллбилли Гэнг. Ну, да, нормально. Хиллбилли Гэнг, бро, понял? Русский трил. Это клип «Гречка». «Гречка для вас». Это Пашок, да. Он понял это, он набрал. Он сейчас ездил в Доминикану отдыхать. Там овощи, фрукты, солнце. Да? Да, мы летом с тобой тоже поедем в Испанию, я же тебе говорил. Сейчас, подожди, пару месяцев. Сейчас подкопим, рванем. Кизару? Поехали с нами. Кизару вместе там. Кизару нас позвал с дедом, говорит, приезжайте, парни. Но только, говорит, без велел-сквада. Но без велел-сквада я не поеду, потому что там есть пару вопросов у ребят к нему. То есть так, да? Ну, то есть так. У деда тоже есть. А? У деда тоже есть. А чё он без бороды? А он это сбрил, ему это... Документы спрашивают постоянно, думают, что кавказец. А-а-а. У меня, кстати, тоже. В последнее время что-то вот я вот отращиваю. Сразу начинаешь спрашивать, в метро паспорт. Ну и показывай, ну и что? А я не ношу паспорт, потому что я мусорам паспорт не куплю. Паспорт с собой не ношу, мой дом. Я, братан, не ношу с собой его никогда вообще. Ментовку не тащишь? Неверно. Я говорю, а что, ребят, что у меня, наркотики с собой, оружие, что? Давайте. Я один раз стоял в метро. Короче, тут еду на работу на Фрунзенскую. Понял? Ну, в Another Shop. С 2 пакетами одежды. А там, короче, проходил какой-то митинг там, типа, про Путина, что-то там, вот, перед выборами. Меня, короче, мусора заводят в каморку, короче, понял? Я в Зене. Нормально, короче, все. Давай, говорит, что там у тебя, что там, то, все проверили. Так, говорит, снимай, говорит, это, типа, это джинсы.
А я, короче, понял, у меня все трусы, которые были дома, я все, короче, я, типа, что-то все постирал, они все мокрые. Я вместо трусов одел подштанники, понял? Мне просто, ну, на джинсы я же не буду одевать на голые штаны. Они говорят, вот, я говорю, вторые штаны тоже, говорит, снимай. Я говорю, точно снимать? Он говорит, да. Я говорю, точно? Я говорю, может, не снимать? Он говорит, снимай. Ну, я снимаю, и как бы он, одевай обратно. До свидания. Я говорю, хороших выборов, парни. Вот так вот выкрутился, братан. А зачем штаны надо было снимать? Ну, они думали, что я наркоман, что у меня там это... А у меня там не было трусов, и они как бы это, немножко, и такие, типа, ну, отпустили меня. Ты их подштанники снял, что ли? У меня трусов не было, были подштанники и джинсы. Ну, ты подштанники тоже снял? Они попросили снять, я говорю, точно снять? Они говорят, да. Я говорю, точно? Они говорят, они же не знают, что трусов нету. Ну, я снял, и стою, и как бы они смотрят, и до свидания говорят. Такие дела, короче, братан. Короче, если хочешь напугать мусоров, показываем пенис. Вот что я понял. В России так. В России мусора можно напугать пенисом. Не знаю, ко мне лазили руками, ручками своими шаловали. Что, прям трогали член руками? Мужики? Яички. Яички? Ну, они ж пидоры после этого. Я им не стал до этого говорить. Не, их не надо было говорить. Я подумал. А в яйцах что можно найти? А они вот ищут там наркотики. Они думают, что в яйцах наркотики прячутся. Даже дед засмеялся. Ну что за глупость? Ну они дед, они хватит, дед. Нет, действительно, что за конфуз? Конфуз жесткий, братан. Такой вот. Ты что, сейчас дома сидишь? Да, у меня этот, Bubblegum Series. А у нас тоже чай с коньяком. Дедуля, Антоха, все, читаем рэп, пишем трек. Сегодня Тоха мне трек помог написать ночью. Скоро хит будет. Старый. Чё? У меня самый дорогой хит за всю жизнь. Какой? 30 тысяч рублей. Чё, ещё один прибор у тебя? Да, сейчас вот с Тохой. Тоха мне помогает. Это, короче, у нас новый проект, это проект не только меня. Вот этот год, где ты снимался. Это проект мой и Антона. Он мне помогает. Я потому что не особо не вдупляю, он мне помогает все это делать. Но сейчас он мне чуть-чуть помогает, я вдуплю что к чему и буду сам уже. У него своя компаша. У него своя компания, но мы как бы вместе крутимся с самого начала, типа, дружим. Но он талантливый парнишка, он понимает, что к чему. Я немножко такой дуболомчик в этом плане. А он как бы знает, что к чему. И поэтому как бы он мой наставничек. Вот мы сейчас уже, как бы, я думаю, поработаем, епишечку запустим, и 50 на 50 с ним будем делать, работать. Вот и все. Ну, Антон, ты по концертам-то ездишь? Он ездит, у него туры постоянно, все нормально. Тох, вызывают ты что, старый? Концерты, да? Ты что, старый? Антон. А что, старый? Антох, ты что, Лил Пип? Что такое? Он Лил Пипился, что-то смотри. Залюбился. Антон, не лилпипся, нахуй это надо. Что-то мутяшка вообще, да. Лилпамп. Сделай лилпампа лучше. Антон. Да он что-то не хочет пока, братан. Злой какой-то он. Да потому что ты, блядь, его это, заебываешь вот этой хуйней своей. Думаешь? Я не знаю, я еще похуй. Ну, да, я тоже. Я видишь, какой я уставший. Ну, ты все время уставший. Бро. Ну ты, кстати, да. Глюки какие-то. А там звонил какой-то парень, короче. А. Нормальный хоть? Не особо нормальный, скажу. Такой дурноватый. Дурноватый, говнарь. Да? Ну, такой около этого, да. О, говнарь ебучий, ёпт. Слышь, давай снимем реально вот эту хуйню пиздатую. Какую? С провинциалами, короче. Пусть объясняют за одежду. А вот это было вот же, вот в воскресенье. Я не поехал, я работал. Это, кстати, так, показать Москву. Я ему еще предложил, говорю, глобально снимем. Будем подходить там, типа... Слышь, вы нас давай узнали, там, доебываться, давай, короче, кстати, прикольная тема будет. Давай с ним втроем чисто вот эту тему. Да, не, вообще, вот, позаебывать, это ж пиздато. Ну да, прикольная тема, типа, она зайдет мне, типа, как Лев против, да? Не, она, слышь, она 100% зайдет. Так нас же забьют, жвалы молодые, они спортсмены все. Не, ну, мы с провинциалами ты заебись, может, еще и Лев. Не, провинциал, как бы, да, я не сомневаюсь, он, как бы, может это.
нормально показать. Ну, хочешь, Майло еще возьмем. Майло можно взять, да, Майло надо. Ты знаешь, я вообще никогда ты не против. Как? Ты смотрел клип, вот у Антохи вышел, у Велел Сквада, Still Dead, EP, клип вышел. Чекал? Нет, а где, они его выкладывали? Отойди ко мне в историю сейчас там, и там увидишь, Sleep Up, дерни, посмотри. Да, это тебе я понравится. Видел. А она ты заценишь просто там, уровень просто как вырос. С трека «Демона» и вот что сейчас, вот просто спустя 2 года. Вот мы с тобой остались на том же уровне, а вот парни немножко это, повыше вылезли. Как так вот, скажи? Братан. В чем дело, как думаешь? Братан, ты неправильно все говоришь. А почему неправильно-то? В «Демонах» свой сок. Ну, братан, в «Демонах» свой сок, а это понятно. Ну, а тут как бы уровень, то есть... музыки. Ну, бля, ну а кто там, ну, растет? Ближе же к Америке уже этот вот уровень. А тебе кто мешает быть ближе? Голова мешает, братан, не могу доверять. Я, например, не хочу быть ближе настолько, насколько... А я хочу, вот. Мне потому что она нравится. Хочется так же делать. Ну, ты наполовину уже ближе по 0,5-му, ёпте. Алпразолам, ёпте. Ну да. Когда это что, ёпте. Сиропу купи себе и... Тебе она станет еще ближе. Я опять слава там, вот Карина пишет. Где? А это не она, но это ее последователи пишут, походу. Ты попался на крючок, ёпта. На Карине? Вообще, на весь. Это излюбились. Ты Зелебоба вон, где 8-8 пишет. Ха-ха-ха, ёпта. Я, кстати, знаю Зелебобу 88. И если это тот Зелебобу 88-88. Ну вот тогда победил. Не тот. Но был такой парень Зелебоба. Фанат-хулиган. Такой полненький. Любил подраться. Если это он, то салам ему. Если нет, то я не знаю его. Ладно, старый, я, короче, буду играть в футбол. Давай, играй там... в футбол. Мы, короче, отдыхать будем. Дальше. Только там, слышь, деду не подсыпай этого, блядь. Я ничего, дед. Чё? Пашок уходит. Все. Всего доброго. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Сладких снов. Так, стой секунду. Парни, все смотрим клип God Pigs. Все смотрим клип Velial Squad Still Dead. Подписывайтесь на канал, ставим лайки. На связи. И не кладем хуи на нас. Не кладем никуда их. Пускай они будут в трусиках. Для музыков. Да? Давай, связь. Да, хорошо. Давай, бро.